ты разлука, чужая сторона. Историю правову сейчас расскажу вам я. В том годе 51-м роддоме дали свет. И сразу гениальный на свет полез поезд. Обычный с виду мальчик, он сиську не просил. Задумчиво и гордо мы пысь путили. Через 10 он пионером стал, что гений в нем скрывался, никто вообще не знал. А он окончил школу, и в летчики пошел, и свой барбардировщик где-то там нашел. Его отремонтировал и бомбы стал кидать. И девушку Ирину цинично охмурять. Тут принес гитару знакомый хиромант, и Вова догадался про свой большой талант. Он клялся и божился одну ее любить, а с девушкой Ириной на всякий случай. Ее я обремененный по ночам писал. Тут в гений в нем проснулся, и он поэтом стал. Но кончились все бомбы, и сломался самолет. Стал дембелем российский заслуженный пилот. Как истинный полковник и честный гражданин, пошел он на работу простым банкиром, блин. В лыжах на Чигете нашел себе дружков. Один был весь в секрете, второй был Михлюков. Втроем они глумились над мирными людьми, всех слушать заставляли и песни петь свои. Талант его могучий и тут не оплошал. Как только выпал случай, он президентом стал. Чигетия гуляла, всем было хорошо. И Вова доказал, что работать мог и шел. Ему в награду люди построят мавзолей. А те, кто не построят, пришли на юбилей.
зори правову, подходит мой конец. Фуршет нам обещали, а Вова мать.